Дипломатическая реакция России выражена в отмене российско-турецких министерских переговоров, которые должны были состояться уже в эту среду. Но есть лишь одна процедурная сторона. Другой момент намного более серьезный, касается очень многих граждан России. Обе темы в заявлении Сергея Лаврова. Принято решение о том, чтобы отменить ту встречу, которая планировалась на завтра в Стамбуле на уровне министров иностранных дел Российской Федерации и Турецкой Республики в рамках так называемого совместного совета стратегического планирования. Второе, что необходимо сегодня подчеркнуть, заключается в нарастании террористических угроз, которые проистекают с территории Турции. И это безотносительно того случая, который произошел сегодня. Накапливается критическая масса террористических проявлений на турецкой территории. По нашей оценке, ничуть не меньше угрозы, чем в Египте. И в этой связи, конечно, мы не рекомендуем нашим гражданам с туристическими целями или с какими-либо иными в Турецкую Республику направляться на данном этапе.